Всем привет, дорогие друзья, с вами Барон. Сегодня я расскажу вам, для чего я взял лидерку, когда будут переносы и многое-многое другое, ребят. Спасибо, что смотрите, не забудь написать свой комментарий, самые лучшие комментарии попадут в следующий выпуск. Итак, друзья, пока нас коптит русская мафия, хочет от нас немного получить бизнесов, конечно же, у них ничего не получится, потому что это все-таки мы. Расскажу вам вкратце немножко о мафии, друзья мои. На самом деле, мафия — это офигенная тема, вот, серьезно. Как только взял я лидерку мафии, изначально все шло, ну, довольно-таки плохо. Вот, серьезно, мне как-то было грустно, печально то, что, конечно же, сразу у меня в первую же ночь забрали 11 бизнесов, хотя я брал нейтрал, но это чисто для того, чтобы подготовиться самому, потому что нужно было сделать видеоролики. Конечно же, здесь не было никакого у меня состава, то есть я здесь не постоянный игрок. Одно дело, если мне дали там что-то на революшене, конечно же, там люди сразу потянулись ко мне, потому что там очень много моих подписчиков, и спасибо тем подписчикам, которые меня поддерживают. В общем, у меня забрали 11 бизнесов. Конечно же, я как-то немножко подрастроился с этой фигни, потому что, ну блин, ну как так-то, 11 бизов просто забрали, и все, ребят, что делать далее, я не знал просто. У меня оставалось там буквально 9 бизнесов, но ничего страшного. Далее просто посадили меня за счет того, что пока я выкладывал ролик, и, соответственно, все там бомбили с 04-го, типа, ну чё ты там взял, не взял, в общем, нифига. Потом мы начали брать территории. Не знаю, что там случилось с Якудзой, то ли ледока сняли, то ли еще что-то. Ну, вряд ли, мне кажется, его сняли, потому что закрытие сервера и все такое. Просто, мне кажется, ему надоело, да и все. Далее, в общем, у нас сейчас, ребят, немножко бизнесов, то есть у нас 24 бизнеса. Но по-прежнему нас почему-то хотят закоптить. Я даже не знаю, сколько ремовцев. Ремовцев у нас, я так понимаю, 0, да? Ну, понятно, то есть я не знаю, кто нас вообще даже закоптил. Что касаемо, для чего я взял лидерку, друзья мои, все это, вот это все очень просто. Вот серьезно, я сразу в ролике, где как бы меня ставили на лидерство, я сразу говорил, ребят, беру лидерку для того-то, того-то, того-то. И, соответственно, как бы, ну, просто снимать бабосики. О, нифига. Эх, паренек, что-то я вообще косой, ребят. Не, я вообще косой, ладно. У нас тут есть один младший босс. Давайте ему напишем. Энрике. Ой-ой-ой, что-то я не так написал. Ладно, реально. Ну, это вообще ни в какие ворота. Варн. ЗСК. В общем, все это бралось для того, чтобы снимать бабосы с баланса, друзья мои. Вот серьезно, снимать бабки с баланса. Только для этого я и брал данную лидерку, чтобы просто, ну вот, ты сидишь спокойно на лидерке, да, ты ничего особо не делаешь. Ты взял, снял там, допустим, ну, 1500 с баланса. Потом открывают новый сервак, притом откроют его совсем скоро даже. Мне кажется, в понедельник уже будут переносы. Потом будет открытие сервера. И... ну, вообще все будет очень круто. Так, давай, братишка. Да в смысле? Ты чё какой непробивной-то? Ладно, все нормально. Небольшой такой каптурчик чисто для вас. Но я не знаю, они сами спонтанно закоптили нас, так сказать. О, куда-то он лезет. А, он за руль решил. Ну-ка, давай, я с тобой поеду. Го на аэро. Аэро сразу. Го на аэро сразу. Почему бы и нет, просто постреляемся, пока я записываю ролик. Что касаемо, ребят, переносов. Он, кстати, мой подписчик. Что касаемо переносов, друзья мои. Переносы, на самом деле, скоро будут. Все будет переноситься, все аккаунты. И самое прикольное, откроется новый абсолютно сервер, который будет не номерной. То есть, много вопросов задавали ребята по поводу, допустим, будет перенос на 02 сервера, на 09 и так далее. Но, в принципе, 02 и 09, мне кажется, тоже закроют со временем, потому что люди тоже будут оттуда постепенно уходить и пойдут на какие-нибудь сервера с названием. То есть это Revolution, Reborn и еще какой-либо сервер.
Но, ребят, как бы нужно реально как-то решать эту проблему, решать данный вопрос. Во-первых, да, это прибыльно. Это будет прибыльно для SampRP. Они сэкономят там порядка 100 тысяч на хостинге, но это все равно круче, чем просто держать 3 сервака, на которых 67 онлайна. И в этом нет никакого смысла. Конечно же, можно, допустим, заказать не 1000 слотов, а 200 слотов. Тогда будет как-то намного лучше. Конечно же, люди будут онлайнить. И, в принципе, это будет рационально. Также будут там донатить кто-то, да. То есть все будет хорошо. Но, ну, я, ребят, честно, я не знаю. Честно. Все круто, конечно. Все будет офигенно, все будет прикольно. И давайте сейчас быстренько сейчас РМовцев разнесем. Если мы, конечно, сможем это сделать. Это же РМ. Опа! Ауе, ёпта. Минус. Все что ли? А, да ладно. Да, жестко. Готовый парень. Надеюсь, ребят, то, что с SampRP будет все хорошо. Вот серьезно, если сервера, если там Иваньков, FlazyFat, Донни, там они не забьют опять на эту всю херню, не будут они, как бы, считать там богами себя, да, то есть, а будут заниматься реально серверами, будут делать годные обновления, тогда без каких-либо проблем их ждет конкретный успех, друзья мои. Вот серьезно, их ждет успех в плане самп-индустрии. Ну не индустрия, а просто сампа, то есть, потому что, как бы, вряд ли, что это индустрия какая-то. Серьезно, у них будет онлайн, у них будут люди. Но если, опять же, будут просто забивать, ты снял 500к, да. Если будут, опять же, забивать просто, тогда, ребят, ну, не знаю, опять же, все будет плохо. В целом, хочу сказать то, что я доволен то, что мне дали лидерку. Спасибо большое главному администратору, который решил этот вопрос и серьезно дал мне лиду на этом сервере. Мне очень нравится мафия. Я не знаю, я думал то, что будет все плохо, но, ребят, мне очень-очень сильно нравится мафия. И спасибо огромное за это. Плюс ко всему, я хочу сказать спасибо большое вот этим мафиозам, которые меня закоптили. Ну, серьезно, мне как-то прям... О, слушай, ты как трое оказывается. Получается так... Ну, слушай, нормально. Три мафиозника, они что-то там мутят. Ладно, ребят, давайте на этом я закончу, пожалуй. И еще в конце вы увидите либо скрин, либо что-нибудь подобное, затащили мы или нет.